Скажи что-нибудь, привет. Ну давайте. Я, вот вы мне скажите, вы зачем вы ходите в рулетку? Вот мы. Куда тебе, дай я потише. Мы подвыпили немножко, да? Да, нам скучно. Мы всем этот, извините, мы этот же вопрос всем так же задаем. А зачем? Я вам скажу, зачем я выхожу. Я выхожу, чтобы нарисовать интересное лицо. Вот который по центру будешь, 3 минуты, 5 минут посидишь. Три посижу. Так, три посижу. Ну, давай, ну, все, сейчас, подожди, сейчас начнем делать. Вы нам его хоть покажете? Давайте, подожди. Сними на телефон. Только здесь, только лицо прямо сейчас. Держи. Да, я вот все вот ровно. Кто ты здесь? Блин, вы первый человек, который реально... Адекватный вообще. Вы сейчас там какой-нибудь хер нарисуете, извините. Нет, это... Да, ну перестань, тут не ругайтесь только. Извините, пожалуйста, все. Извините, да. Сфоткай, пожалуйста. Лучше сфоткай. Ну вот как он, что он нарисует? Да, я пробую, но это, ну... Давайте, давайте. Ругайтесь. Сильно не ругайтесь. Лицо, конечно, не держишь прямо, ну ладно, ничего страшного. Ну вот, держу, стараюсь. Ну, все нормально, ладно. Блин, охренеть. Спасибо, похоже. Я стараюсь быстро делать. Я понимаю, что люди... Вы первый интересный человек, которого мы вообще сегодня встретили. В чат-рулетке. Слава богу. За добрые слова спасибо. Так, подожди чуть-чуть. Блин, мужчина просто берет и рисует. Вот, блин, сколько вы сегодня... Как вы по камере так рисуете быстро? Я учусь, я хочу вот это записать и как бы контент сделать, что я рисую портреты быстро, на рулетке именно. Потому что лица и лики, то есть образы такие, знаете. Потому что у каждого человека что-то можно встретить интересное. Я вот хочу найти интересные лица. Вы крутой мужчина просто. Ну правда, вот мы прям в шоке сидим вообще. Спасибо еще раз. Слушай, смотри, прям, блин, это прикол. Глаза у меня, ну, похожи, да. Зачем подожди, да? Вы так круто, а как вы так вообще круто, ну, это кайф, смотри. Тихо, не мешай. Там Женек пришел. Подожди, Женек тут кем? Да, занят. Постой там. Слушай, это вообще... Такой киношный ты получился. Да, мультяшный. Но это еще давно, на самом деле. Слушай, ну ты посмотри, вообще это реально, да? Смотри, какой кайф. Закрой. Женек, подождите. Может... Смотри. Черная кофта. Ваш контент просто топ за сегодняшний день. Че, не успеешь, что ли? Нет, тень. Валерий, закрой окно, а? Скажите, как вас звать? Меня Антон. Я вот здесь напишу Антон, хорошо? Я сфотографирую только, подождите. Да-да, сейчас нет. Это просто... И если можно, город. Я потом галерею буду как-то Химки. Делать. Химки, Антон Химки. А, Химки. Да. Это нереально, просто спасибо вам. Вы очень крутой мужчина, просто. Подожди, сейчас еще немножечко доделаю. Не, ну просто, да. Конечно, если бы было время, я, может быть, и получше бы сделал, но я... Мой принцип просто, я хочу очень быстро делать. Вы делаете быстро и так. Вы делаете быстро и так вообще. Обалдеть. Сейчас вот до конца вот прям мужчина сделает. Охренеть. Я хочу так рисовать просто. Ты посмотри. Ну это пушка. Пушка. С Рождеством вас. Просто. Я тоже с праздником. Здоровья вам. Вы вот просто троих мужчин просто... Ввели. Ну, сфотка. Губы, конечно, очень такое специальное, но
Ну, неплохо. Спасибо вам большое. Правда, а можно спасибо. Вот товарища, который вот подпер голову, тоже я вот здесь рядом нарисую. Давайте. Вот этот, который давайте, в униформе. Внимательный, да. Ну, блин, это так круто вообще. И вы посмотрите, чем отличается вы друг от друга. Сейчас, подождите, чуть-чуть. Вы сбиваете. Сколько я затратил? Я затратил 4 минуты, по-моему. Нормально. Да, минуты 3. Так. Офигеть. Ну, совсем другое лицо по характеру. Вот как тормозить людей нужно в чат-рулетке. Вообще сразу обалдеть. Пацаны, согласитесь, что вы все равно зря, ну, как бы сидите. Ну, а какая вам разница посидеть? Они как, да вы что? Спасибо вам. И мне тоже полезно. Вам спасибо. Да, глаза, как у меня. Разрез имеется в виду. Русский такой разрез. У меня не русский, да? Ну, ты эстонец. Лицо у вас слишком интеллигентное, тонкое. У предыдущего. У тебя. Да. А у меня, вижу, так, босяцка. Нет, не босяцка, тоже хорошая, все правильно. Блин, какой кайф. Ну, как так быстро можно вообще это делать? Ну, такой контент на Ютьюбе, мне кажется, это просто это с ума сойти. Мужики, если у меня получится запись, я могу выставить вас? Конечно, да почему нет-то? Ну, пожалуйста. Ну, тогда договорились. Только я еще не умею это делать, вот в чем дело. Ничего не умею. Я же уже старый, поэтому я это... И как вам пришла вот эта идея вот так делать? Это же вообще нереально круто. Ну, куда деваться? Надо пробовать. Прикольно. Ну, блин, ну это кайф вообще нереально. Блин, сидели просто тыркали в какую-то чат-рулетку, блин, выпили, и тут такое вы тут бахаете вообще. Я вам честно скажу, наверное, никто больше в жизни не будет рисовать в рулетке. Ну да, да. Вот, согласен, да. И вот меня... делает. Свой прикол, на самом деле, интересно. Ну, кто-то играет там музыку. Все по-разному. Просто. Ну, есть люди, которые там играют музыку, выражают себя. Ну, первый раз, конечно. Ну, это просто, блин, нереально круто. Да, жалко, что у меня сейчас щетина, как я всегда хожу с бородой. Да, с бородкой сейчас. Да, я обычно с бородой. Ну, не с бородой, а... Блин, это за 4 минуты, Валер. Просто вот мы сидим сейчас 4 минуты. 5 минут даже не потратили. Мужчина нас нарисовал у себя. Я вообще просто это ж. Ну и сюда. Сейчас глаза чуть-чуть еще. Давай вообще, Гриш, это просто тупец. Жалко, что тебя третий. Да. Мне не надо третьего, у меня уже это. Тут уже просто обалдеть. Охренеть просто. Ой, подожди. У вас, наверное, времени свободного нет, потому что, мне кажется, каждый человек вот так... Нету, ребята, нету. Настопорится и хочет... Не, я вот, честно сказать, только-только вышел. Я только пробую, вот, на самом деле. Хочу на это... Но у меня просто по-другому. Я что же работаю? Вот сейчас вот вечер. Но я вот решил немножко, чтобы это... Научиться, как вот ставить, как там вот это все, понимаете? Ну, понятно. Поэтому... Мне кажется, мы здесь моложе просто, такие молодые такие. Ну как вы что, вы думаете старые, вы молодые, интересные пацаны. А вам сколько лет, извините? Ой, за 60 уже. Ой, вы такое себе хобби потрясающее нашли. Ну да, может быть. Так, а вас как звать? Валерий. Валера. Валерик. Тегами пишите еще просто, обалдеть просто. Подождите, мы должны это сфотографировать просто. Вот. Смотрите поближе, вот. Это обалдеть. Видите, что вы разные, да? Да. Так, сколько тут минут? Ну, 4 с чем-то минуты. Ну да, почти 5, да. Угу. Спасибо вам, ребята. Спасибо большое. Вам спасибо большое. До свидания.